Дорогие мои подписчики, сегодня я хочу приготовить сухарики, которые потом можно будет добавить в любой салат. Например, в салат «Цезарь». Будем нарезать мы хлеб кубиками. Итак, хлебушек мы нарезали на квадратики. Наливаем мы в мисочку подсолнечное масло или можно оливковое. И добавляем мы зубчик чеснока. Присаливаем. И отправляем в микроволновую печь на 15-20 секунд. Все. Прогрелось наше подсолнечное масло. И теперь будем наши сухарики обмакивать в этом масле с чесночком и выкладывать на противень. Теперь мы ставим противень в духовку и будем периодически посматривать и переворачивать наши сухарики. Такие сухарики у нас получились. Сухарики готовые, и можно их уже добавлять в любой салат, который будете готовить. Просто и вкусно!